спектакле попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета. В начале заседания с приветственным словом выступил Ленар Сафин, а далее прошло вручение наград работникам Казанского федерального университета. Объявлено заместителю директора Высшей школы государственного и муниципального управления Сергею Артелиновичу Данилову. Медали за безупречный труд и отличие Министерства науки и высшего образования Российской Федерации вручаются доценту кафедры русского языка подготовительного факультета для иностранных учащихся Раису Ниязовичу Сафину. Повестка заседания включала в себя 4 основных вопроса, а также сопутствующий блок «Разное». Членам ученого совета предстояло провести конкурсный отбор заведующих кафедр, а также отбор претендентов на занимающие должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать все кандидатуры к участию в выборах. Институт фундаментальной медицины и биологии, кафедра неврологии с курсами психиатрии, клинической психологии и медицинской генетики Гамирова Римма Габдульбаровна, кафедра клинической диагностики с курсами педиатрии Закиров Ильнур Ильгизович и кафедра биологического образования Мавлюдова Ляля Усманова. Есть ли вопросы по кандидатурам, коллеги? Нет? Тогда кто за то, чтобы оставить списки для голосования, прошу голосовать. Кто за? Против, воздержались, единогласно. Спасибо. Для проведения процедуры голосования нужно сформировать счетную комиссию. Предлагаю следующие кандидатуры. Они на экране. Замечания какие-то по кандидатам? Нет? Предлагаю согласиться. Кто за? Против, воздержавшихся нет. Принимается. Также на заседании поднялся вопрос об установке скульптурной композиции Тесла на территории астрономической обсерватории имени Энгельгардта. С ходатайством выступила администрация президента Республики Татарстан. Драган Рандетович выразил готовность подарить свою композицию заинтересованным учреждениям Татарстана. Академическая комиссия совета приняла единогласное решение поддержать ходатайство. Далее члены ученого совета перешли к разделу «Разное». Здесь было обсуждено множество тем, касающихся всех сфер жизни университета. Вопрос о создании сектора интеллектуальной транспортной системы в организационной структуре лаборатории малой вычислительной техники, кафедры системного анализа и информационных технологий, Института вычислительной математики и информационных технологий. Значит, этот вопрос достаточно подробно обсуждался и на утреннем совещании, и на академической комиссии. Вопрос носит достаточно технический вопрос, поэтому, если есть какие-то замечания, я готов выслушать и ответить на вопросы. В финальной части заседания был поставлен вопрос о выдвижении кандидатур к присвоению почетного звания «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации». Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Фариза Хитоглы, Универньюз.